15 тысяч ребят и девчонок из областного центра отдохнут этим летом в оздоровительных, школьных и профильных лагерях Курской области. Сейчас все они готовятся ко второму заезду. О том, как идет подготовка к встрече детей, в сюжете Ирины Губаревой. Лагерь пуст. Закончилась первая смена. Воспитанники разъехались по домам. Эти корпуса ждут новых ребят и девчонок. Сейчас подготовка идет полным ходом. Ведь совсем скоро лагерь гостеприимно примет еще 300 школьников, которые целый год будут вспоминать летние приключения и новых, появившихся именно здесь, друзей. Вторая смена начнется уже во вторник. Большинство ребят отдохнут за счет бюджетных средств. Если в прошлом году из бюджета тратили 5 миллионов, то в этом году мы потратили на путевки практически 18 миллионов рублей. Конкурсы, песни, походы, экскурсии, новые друзья – это для ребят. А для родителей самое важное – безопасность детей, свежий сосновый воздух и здоровое питание. Вкусно, да. Даже немного вкуснее, чем дома. На завтрак нам дают… Нам сегодня давали пельмени и кашу гречневую с молоком. 22 профильных лагеря примут в этом году не только курских ребятишек. К нам приедут наши детки, городские, областные, ну, более 300 человек. Новая программа у нас запланирована, новые мероприятия. У нас профессиональные педагоги работают с детьми. Сотрудники лагерей, вожатые, повара, охранники, медперсонал обеспечат ребятам уют и комфорт. Сейчас они с грустью вспоминают уехавших и готовятся к встрече с новыми. Ирина Губарева, Андрей Дегтярев, телеканал 7.